27 марта во Фипском спортивном комплексе прошло первенство по армейскому рукопашному бою среди казачьих отделов Кубанского казачьего войска. На торжественном открытии состязания присутствовали заместитель атамана Кубанского казачьего войска Александр Кравцов, чемпион мира по боксу депутат Госдумы Дмитрий Пирог, глава Северского района Адам Джерим и атаман Северского РКО Алексей Подобный. Кубань – казачий край, и стабильность в этом регионе зависит от вас. Хочу сказать всем огромное спасибо, особенно атаманам, тем неравнодушным людям, которые любят свой край, почитают свои традиции, обычаи. Но порох всегда, как говорится, в народе, нужно держать сухим. И поэтому стабильность, мир, благополучие на Кубани, еще раз подтвержу, зависит от вас. Боевое настроение для казаков задали песни образцового художественного хорового коллектива «Задоринки» и показательные выступления воспитанников казачьего военно-патриотического клуба «Сечь». В состязании сошлись 64 лучших спортсмена из Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Соревнования помогают определить готовность реестровых войсковых казаков вести бой в особых военных условиях без применения оружия. Я выходец изначально из армейского рукопашного боя, поэтому для меня это моя стихия. Всю жизнь выступал, вот сейчас был простой, полтора года не выступал по армейскому рукопашному бою. Ну, очень рад вернуться, незабываемое ощущение, это в отличие от многих видов спорта, такой контактный вид спорта, потому что нету отдыха, 5 секунд на партер, постоянно работа чистого времени, поэтому приходится драться от начала до конца. По итогам турнира в общем зачете победила команда Екатеринодарского отдела.